Всем здравствуйте. Чем сегодня занималась? Ну, в общем, мы просили, как вы пересаживаете, в горшки сажаете, как вы сажаете свои метельчатые гортензии. Вот, допустим, это Bloody Mary Bonfire. Была, наверное, я ее купила в литровом горшочке. До сих пор пересадила в 10 литров. Она у меня росла. Но хочется, она чувствовала себя нормально, ком полностью не плела, кстати, вот Bloody Mary, но другие, я покажу, полностью комы заплели, но мне хотелось бы ее видеть так, статной, повыше, потому что, смотрите, какая красотка. Вот сейчас телефон мой передает полностью, какая она есть. Вот люблю, чтобы была вот эта зеленца на гортензиях вместе с розовым. А вот тут вот такое желто-сливочное. Вот. И моя Bonfire уже в 30-литровом горшке. Покупала у нас в городе, в садовом центре. Тут получается сбоку специальные вот такие отверстия. Очень прочный пластик. Потому что некоторые покупала тонкие. Или если в строительном на магазине, вот тут вот я замешиваю, то там просто нет отверстий. А это на белорусские рубли 16 рублей стоило в садовом магазинчике. Отверстие вот тут вот сбоку. Смотрите, какой грунт замешивала. Ну, сейчас покажу просто. Смотрите, какая красотка Bonfire. Так, пересажу также. У меня, наверное, тут 5 литров. Это Пантеон. Также вот она вначале зеленая и слегка появляется вот эта вот такая розовинка. Череночки брала, поэтому вот тут отрастает. Пантеон. Одна у меня есть взрослый куст. Она полностью бордовая. А вот это начинает. Так. Эту чуть пораньше пересадила. Кто брал у меня череночки? Lime Light Prime. Вот. Отрастает. Еще не зацветает она. Но была в меньшем горшочке. Листья были такие салатовые. Была такая какая-то замученная. Видно, что ей не хватало питания. Так. Смотрите, вот тут какой маленький листочек и салатовый лист. Это XS Light. Это новинка этого сезона. Смотрите, какая красавица. Сейчас я пересажу, наверное, в литров 10 им ей дам. Вот XS Light. Чтобы, ну, как бы перед зимой и листочек она набрала. Вот. Вот такая вот красивый шарик. Низкорослая гортензия. Ну и страдает, видите, такой очень салатовый лист. Это Little Lime Punch. Вот. Она уже у меня зацветает. Салатовая Little Lime Punch. Будем смотреть, как она будет. Ну, какая будет, потому что и листочек маленький. Она низкорослая, междоузлия маленькие. Но салатовый лист, нехватка питания, это точно. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы она была красавица. Я недавно пересадила Magical Mount Fuji. Она совсем-совсем другая. Какая красивая XS Light. А это Bonfire. Пантеон. Люблю с солодцой. Приготовила грунт для Little Lime Punch. Горшок, грунт. Вот тут вот. В общем, сейчас покажу, какие грунты и какое удобрение. Я уже вам несколько раз показывала. Я добавляю. Сейчас у меня нету никакой земли с огорода и нету этого, ой, сапропеля, поэтому просто кислый торф наш белорусский, там где 2,5-3,5. У кого есть агробалт, агробалт, конечно, кислый. Потом перлит и вот такой, это нейтральный торф профи микс. Только ради того, что он можно разные грунты. Он такой рыхлый и в больших объемах. 250 литровом в таком пакете. Не надо покупать часто. Ну и добавила осмокот. Я купила, получается, пол мешка осмокота. Осмокот экзакт вообще лучше стандарт. У меня тут про, но так получилось. Сейчас покажу, какая корневая система у нее наросла. Видите, какая нехватка у нее. Потому что давно таких видео не снимала, что делаю, а делаю каждый день что-то. Я достала эту гортензию из горшка и по возможности растребушила весь этот ком.
Смотрите, вот по возможности все нужно растребушить. Просто что я одной рукой снимаю, мне неудобно. Где-то она и подсыхала уже в 10-литровом горшке. Вот. Не всегда такая жара, не всегда возможность полить. А внизу она стояла на земле, поэтому корни внизу белые, ну, стояла на траве. Корни внизу пролазят. В общем, вот, растребушила, это все поставила. Обязательно растребушить. Если мы просто комом пересадим, то гортензия замрет и не будет, ну, будет слабо развиваться. И все, засыпаю. Ничего тут вообще, тут все перемешано. Торф один, торф второй, удобрение смокот. Если был бы еще вот этот сапропель, добавила бы сапропеля, ну, еще и перлит. Потому что в горшке же пересыхает быстрее, чем просто в грунте. А перлит задерживает влагу. И все, засыпаю вот так по периметру. И увидите, как, увидим, как вот эти листочки позеленеют. Точно так же я пересадила и вот это Блади Мари. И замульчировала тонкой фракцией коры. Вот. Грунт такой, видите, мягенький. Сейчас это еще раз пролью. Пантеон пересажу в 10 литров. Вот эту XS Light тоже в 10 литров, потому что, конечно, такая красотка еще будет цвести. Посмотрим, какая она будет выглядеть. Вот. Сейчас все сделаю, покажу снова. Так, смотрите, вот пересадила я. Руки грязные, потому что телефон садится, батарейка. Пересадила Little Lime Punch. Замульчировала. И вот через недельку, через полторы у него лист станет зеленый, полностью зацветет и уже будет красавица. Тут пересадила в 10 литров XS Light. Поставила пока на возвышение. Вот. Смотрите, некоторые спрашивают, сколько объема горшка нужно гортензиям. Знаете, чем больше, тем лучше. Некоторые советуют 10 литров, там 20 литров. Мучаются они. Или сыпать бесконечно удобрения, да. Или все-таки они мучаются. Вот видите, маленький объем горшка, маленький листочек. Вот тут вроде бы было, наверное, тут литров 15 было. Все равно гортензия мучается, корнями завивает полностью вот этот ком. И приходится бесконечно поливать. Полив просто получается бесконечный. Ну и кормежка. Вот. А так у меня растут самое большое в 45-50-литровых горшках. Вот. И где они, ну, наверное, для более высоких сортов и 100 можно было посадить. А где они у меня зимуют? Вот смотрите, мы же живем и наблюдаем, что в садовых центрах все вот эти горшки, большие или какие-то маленькие, они зимуют на улице. Поэтому вот присмотритесь, где вы живете, в каком регионе. Я как в Белоруссии, они у меня просто, вот эти вот горшки просто стоят на улице. Я их сношу, вот сейчас они по всему двору разбросаны, и я их сношу в одно место ради того, чтобы просто снег чистишь, и они стоят друг возле дружки или возле сарая, вот так вот, вот под крышей, эти мои гортензии. Вот я говорю, а вы и живете в каком регионе, присмотритесь, где зимуют в садовых центрах ваши эти гортензии. Вот я еду в Минск, при заезде все растения они тоже так сносили в кучку, ставили и накрывали какой-то шалашик. Может быть так, если вы боитесь. А в принципе, если зимы у вас снежные, то все вот это засыпается, и гортензии прекрасно зимуют. Вот. Пока больше, чем 3 года я свои гортензии в горшках не выращивала. Больше я сказать не могу, как они будут себя вести. Но по мере или буду находить, высаживать в открытый грунт, или буду доставать, вот так же, как крупнолистные. Достаю из горшка, обрезаю нижнюю часть, ну вот как бы так вот теребунькую все это, да. Обрезаю нижнюю часть и снова в этот горшок, заменив грунт, добавив питание. Вот, и так продлить гортензии, потому что кто у меня бывает, места у меня немного, а гортензии, посмотрите, ну не могу пройти я мимо таких красоток. Вот Little Lime Punch, как у меня, чтобы он не был. Или XS Light, смотрите, ну это же красавица. Вот сейчас она у меня в 10-литровом горшке, в следующем году, естественно, я ей дам или вот 30 литров, или 45, ну, смотря какой горшок, но не меньше.
пока еще пантеон не пересадила, но красотка. Сейчас вам покажу еще. Недавно пересаживала Magical Mount Fuji в 45 литров, и совершенно другой у него вид. Так, ну вот эту Magical Mount Fuji, она у меня была в маленьком горшке, то не дополью, то смотрите, вот Little Spooky. Видите, какой салатовый лист. Это нехватка питания, нехватка воды. Такой же был лист у моей Mount Fuji. Пересадила в большой объем, замульчировала. У нее там, смотрите, влажненько, мягенько. Ей расти не хочу, цвести не хочу, понимаете? А вот Little Spooky пока мучается. Конечно, тоже найду ей больше горшок. Видно по растению, лист желтый, лист осыпается уже. А это цветет и пахнет. Брала на черенке, она снова обрастает, хоть ты бери снова еще. Вот такая Magical Mount Fuji. Также я пересадила Quick Fire Fab и Fire Light Tiny Bit в больших горшках. Вот, всех вот этих гортензий делала череночки. Ну и сейчас хочу показать Pinky Promise, какая. Смотрите, она в 50 литрах растет. Вот, зеленый лист, ни клещ не нападает, ничего. И вот так себя ведет гортензия Pinky Promise. Конечно, гортензий много из-за черенков, которые я наделала. Места всему не хватает, где-то так очень все сдавлено, но... Ну, как-то найду консенсус между красотой и вот этими своими черенками. В общем, а пока до свидания, ну и до новых наших видео.